Жители Восточного Алеппо не смогли воспользоваться гуманитарной паузой, объявленной Москвой и поддержанной Дамаском. Боевики накануне так и не выпустили людей из города. Их рассчитывают и дальше использовать в качестве живого щита. Отказались выходить и сами участники вооруженных бандформирований. Вместо этого террористы, запрещенные Джабхат ан-Нусра, открыли огонь из минометов и установок, название которых говорит само за себя, «Адский огонь», стреляли газовыми баллонами. В качестве мишени выбрали КПП правительственных войск в районе гуманитарного коридора на дороге Кастрюля. Ранения, по уточненным данным, получили двое российских и двое сирийских военнослужащих. Их жизням сейчас ничто не угрожает. При этом ВКС России и ВВС Арабской Республики уже 19-е сутки не наносят удары по Алеппо.